Наркоман, который захватил в заложники школьницу, требуя очередную дозу, 2 месяца проведет в СИЗО. В Куйбышевском районном суде Омска сегодня избрали меру пресечения Евгению Завагину. Напомню, 1 февраля мужчина ворвался в частный дом, приставил к горлу девочке нож и потребовал привезти ему героин. Бойцы спецназа преступника обезвредили. Выяснилось, что в тот момент он уже был под наркотическим опьянением. После употребления наркотического средства совместно с алкогольными напитками у него вызвались галлюцинации. Он всячески спасался от этих галлюцинаций, выпрыгнул с гостиничного номера, расположенного на 2-м этаже, и зашел в первый попавшийся дом. То есть был в одних трусах, в дом зашел, взял первые попавшиеся штаны, одел их. И, как он поясняет, что вот спасался от галлюцинации, ему казалось, что за ним гонятся какие-то люди. Теперь обвинение готово надолго оградить его от каких-либо внешних угроз. За захват заложника мужчине грозит до 15 лет колонии.